Ну, теперь все в порядке. Итак, здоровье на кончиках ваших пальцев. Значит, как Людмила отметила, я сам доктор физических наук, профессор, работаю в различных университетах Санкт-Петербурга, ну и много консультирую, езжу по миру с лекциями и с презентациями. Ну и это все связано с тем, что мы сейчас находимся в очень интересном этапе развития человечества. То есть, действительно, это необычный этап. Причем этот этап связан не только с тем, что вот сейчас мы наблюдаем коронавирус, что является действительно глобальной политической и бизнес-акцией, которую давно задумывали, которую наконец осуществили. Ну и мы в это должны это понимать прекрасно, что здесь кроме бизнеса и политики, в общем, особо ничего нету. Вот. Но это только малая часть тех явлений, которые происходят сейчас. Потому что на самом деле в 21 веке идет формирование новой, естественно, научной парадигмы. То есть нового представления об окружающем нас мире. Во-первых, это переход на новые источники энергии. Ну, весь мир уже начинает ездить на электромобилях. У нас в России это пока не так распространено, у нас все-таки холодно, но тоже перейдем когда-нибудь. Это глобальное информационное пространство. То есть мы с вами теперь уже все соединены, и мы можем общаться вот так, как мы сейчас делаем это, вне зависимости от того, в каком конце мира мы находимся. Значит, следующий мощнейший этап – это включение сознания в научную картину мира. Дело в том, что в современной науке нет понятия сознания. Есть много определений, много разговоров, есть много книжек написано на эту тему, но наука так и не знает, что же такое сознание. И это тоже очень важный вопрос. Следующий – это создание интегративного подхода в медицине. То, о чем вот мы сейчас с вами разговариваем. Ну и естественно, Россия вложила огромный вклад в создание вот этой новой научной парадигмы еще в 20 веке. Эрвин Семенович Бауэр построил аксиоматическую базу теоретической биологии как самостоятельной науки. И эта книга, она существует, она признана, хотя, так сказать, имеет действительно очень много глубочайших мыслей по поводу, что такое биология. Александр Гаврилович Гурвич выдвинул теорию специфического биологического поля для решения одной из важнейших задач биологии – проблемы формообразования. Ну и одновременно он открыл так называемые митогенетические лучи, то есть обмен информацией между клетками путем излучения. Александр Леонид Чижевский установил принципиальную зависимость процессов жизнедеятельности от тонких воздействий космоса. И вот это тоже для всех нас должно быть принципиально понятно, что мы часть космического пространства. Ну и, наконец, вот мой хороший друг и приятель Владимир Ильич Воейков, профессор биофактор МГУ, является одним из лидеров развития этих идей в российской и мировой науке. И он очень хорошо известен в мире. Итак, состояние здоровья европейского населения в начале 21 века. Если в начале 20 века превалировали инфекционные и другие остро протекавшие заболевания, то к началу 21 века на первый план вышли хронические и системные нарушения состояния здоровья. Ну, понятно, что сейчас вообще какая-то эпидемия детского аутизма, эпидемия диабета. Сейчас дети рождаются уже с огромным количеством заболеваний. Я даже не буду это перечислять. Ну и основная проблема, конечно, это увеличение массы тела, с чем борются все наши женщины. Вот. Но это действительно колоссальная проблема не только в нашей стране, но и во всем мире. Таким образом, задача медицины 21 века – это переход к медицине здоровья. Переход к системным, интегративным методом диагностики и лечения, индивидуальному отношению к человеку. И эта задача начинает оперативно решаться в России, в Соединенных Штатах, в странах Европы и Азии. Выпускается все больше и больше книг на эту тему. Значит, это направление носит разные названия, как комплементарная медицина, альтернативная, интегративная, холистическая, системная, народная медицина. Ну, и это все больше исторические, как бы, моменты развития этого направления. Хотя у нас в России это всегда было достаточно широко известно. Ну и вот то, о чем я хочу поговорить более серьезно сегодня, это идеи биополя. Идеи, которые опять-таки были известны с древнейших времен,
потому что в любой религии вокруг головы святого человека всегда было такое понятие свечения, то есть некого поля, которое существовало вокруг тела. И это можно найти практически у всех религий. Ну и вот, как я уже упомянул, Александр Гурыч создал в 1940 году теорию биологического поля. Он его описывал как векторное взаимодействие клеток на квантовом уровне. И это было уже в 1940 году. Его идеи тогда практически не были восприняты. Они как бы остались достаточно теоретическими, но сейчас они получают все больше и больше развития. То есть сейчас теория и идея биологического поля – это уже, в общем, признанные понятия в медицине, в биологии. И если мы пишем какие-то статьи и упоминаем понятие в ключевых словах «biofield», то это все достаточно хорошо воспринимается во многих журналах. Ну и, естественно, очень важно, что существуют методики исследования вот этого биологического поля. Ну и один из этих методов, это метод, который мы развиваем, метод ГРВ биоэлектрографии. Этот метод имеет древнюю историю. Еще в 18 веке Джордж Лихтенберг, немецкий философ, физик, энциклопедист, как было принято в те времена, обнаружил свечение различных объектов в электромагнитном поле. Поэтому в физике известно понятие как фигуры Лихтенберга. Естественно, он фиксировал эти фигуры на каких-то пластинках, покрытых графитовым порошком. Позднее это стало фиксироваться на фотопленках. И этот метод получил достаточно широкое развитие уже в XIX веке. И было много исследователей, как Наткевич Йодка, Тесла, которые занимались этим методом. Ну и в 20 веке этот метод получил действительно широчайшую известность благодаря нашим соотечественникам, супругам Кирлян. Семен Давидович Кирлян был техником, но он обладал совершенно живым умом, особой такой энергетикой. И когда он сам обнаружил вот это вот свечение собственной руки в электромагнитном поле, при ремонте высокочастотных аппаратов, он очень заинтересовался, дома у себя собрал установку и вместе со своей супругой Валентиной Хрисантовной начал исследовать это явление. Они получили десятки патентов. Семен Давидович стал заслуженным изобретателем России, Советского Союза, естественно, в те времена. Они опубликовали статьи, книжки, и благодаря их деятельности явление стало известным в мире. И оно получило название «эффект Кирлян». Ну и было много людей в разных странах, которые занимались этим эффектом, которые вот делали эти кирляновские фотографии листочков, пальчиков, растений. Это все, можно найти сотни статей на эту тему, десятки книг. Вы видите, вот практически во всех странах этим занимались. Но проблема была в том, что это явление, эффект Кирлян, не получило серьезного научного признания. Ну, почему? Здесь есть в науке несколько основных принципов. Первый принцип – это принцип воспроизводимости. То есть, если мы измеряем какое-то явление сегодня, мы должны получить, ну, примерно те же самые результаты завтра. Значит, если мы меряем температуру нашего тела, это будет 36,5, 36,7, и она будет колебаться в этих пределах, пока мы остаемся здоровыми. Это первое. Второе. Любое явление, открытое в какой-то лаборатории, должно быть обязательно повторено в других лабораториях, причем достаточно большой точностью. И только после того, как какое-то явление повторяется многократно, только после того, как все ученые заинтересованные убеждаются, что оно действительно правильно, тогда оно признается. Почему Нобелевские премии, как правило, выдаются через десятки лет после открытия. Ну и, наконец, последнее. Наука – это цифры. Без цифр наука практически не существует. Эти фотографии можно, конечно, оцифровывать. Сейчас есть методики. Но это все очень трудоемкая задача.
Ну, плюс, представьте, это, значит, надо фотографировать на какую-то пленку, это надо проявлять, это надо возиться с растворами. Ну, а где вы сейчас найдете вообще эти пленки всякие? То есть, понятно, что мы перешли, уже давно перешли на цифру, и вот уже в конце 20 века возникла необходимость перевода на цифру вот этой кирляновской фотографии. Что удалось сделать нашей команде? Ну, дело в том, что я работал в то время в университете информационных технологий и механики оптики. Это ведущий сейчас мировой институт, университет по программированию, по оптике, по электронике. Ну и поэтому нам удалось собрать хорошую команду и сделать вот такой вот прибор. Прибор, который использует уже современную оптику, электронику, ну и, соответственно, программное обеспечение. Причем вот эти все вещи, которые постоянно у нас развиваются. Значит, за эти годы были сделаны целая серия приборов, они испытывались в самых разных странах. А у меня имеется несколько, там, более десятка патентов, полученных, опять-таки, в разных странах. Книги на всех европейских языках, 51 защищенная диссертация, более 300 статей, в реферируемых научных журналах, то есть действительно метод развивается. Ну, вот последний наш прибор, который мы сделали в 2014 году, он называется BioWell. Значит, мы его выпускаем в Соединенных Штатах, в России, в разных странах. И это прибор уже последнего поколения. Значит, я вам хочу показать небольшое такое видео, которое дает вам представление, что это такое. Вот это как бы основные такие направления, основные идеи. Ну и понятно, что этот прибор основан на очень интересных физических принципах. У меня первая диссертация кандидатская физмат наук была посвящена именно исследованию вот этих принципов.
Это особый вид разряда. Но если так говорить вкратце, то мы имеем кварцевую пластину прозрачную, на которую с обратной стороны нанесено токопроводящее покрытие. Значит, когда мы подаем импульс напряжения на это покрытие, возникает электрическое поле, которое называется свечение объекта. Это свечение передается на камеру и потом, естественно, передается в компьютер. Вот основной принцип. То есть понятно, что это эмиссия, оптоэлектрон-эмиссия, и мы ее называем стимулированная, потому что мы эту эмиссию стимулируем короткими импульсами электрического поля. Значит, мы знаем, что мы все излучаем биофотоны, даже без всякой стимуляции, и можно их исследовать при помощи сверхчувствительных оптоэлектронных приборов, но это хорошо для листочков, но мало пригодно для исследования человека. А здесь мы можем работать в любых условиях, в обычной атмосфере, и это действительно очень удобный метод. Значит, ну и основные области применения. Теперь есть это медицина, это основная область, сейчас это в мире активно развивается. Исследование сознания – это моя любимая область, и я считаю, что это передовая область науки. Спорт – мы очень активно развиваемся в спорте, об этом еще пару слов скажу. Вода и материалы, исследования различных материалов, психология, ну и, наконец, экология среды. То есть видите, сколько много разных направлений, которые можно исследовать при помощи одного и того же прибора и нескольких датчиков. Ну и все это связано с тем, что мы исследуем природу на квантовом уровне. А это тот уровень, который лежит в основе всех процессов окружающего нас мира. Мы имеем огромное количество пользователей на всех континентах. Сейчас более 5000 человек имеют наши приборы последнего поколения только. То есть, как видите, на всех континентах. Значит, у нас наши основные центры находятся в Соединенных Штатах, в Европе, Гонконге, ну и основной исследовательский научный центр – это Санкт-Петербург в России. Когда мы снимаем пальцы рук, мы получаем вот такие вот картинки 10 пальцев рук. И компьютер преобразует эти картинки, строит вот такие вот картинки, опять-таки модели биологического поля. Это модель, без всяких сомнений, но глядя на эту модель, можно видеть, что в одном случае это поле достаточно плотное, в другом случае оно имеет какие-то разрывы, какие-то неоднородности, и для опытного пользователя это уже дает определенную информацию. Плюс к тому, мы делаем массу программ, которые позволяют нам оценивать эти различные состояния. Имеется классификация различных состояний, которые тоже показывают, как отличаются различные вещи. Ну и понятно, что это очень чувствительный метод. В частности, было большое исследование, которое показало, что параметры вервограмм у мужчин и женщин отличаются. Причем по разным показателям. Значит, есть возрастные различия показателей. То есть, возраст мы определяем именно не паспортный возраст, а биологический возраст. Ну и вот два слова о применении в медицине. В медицине это экспресс диагностика психофизиологического состояния и уровня здоровья. Причем это диагностика, основанная на холистических принципах. То есть мы видим организм как некое единое целое, не разделяя его на части, на органы и системы. Значит, эта вся диагностика и анализ основан на базе принципов традиционной китайской медицины. То есть мы используем принципы меридианов, культурных точек. И у нас имеется вот такая карта корреляции, которая дает соответствие между пальчиками рук и различными зонами на пальцах и зонами свечения. Впервые эта идея была предложена доктором Питером Манделем в Германии, и он долго занимался кирлянской фотографией, создал свои приборы, он был очень успешен, он был одним из основателей светомедицины в Германии. То есть это выдающий человек, но сейчас он уже, естественно, очень пожилой. Вот, но мы питаем к нему глубокое уважение. Значит, и мы проводили массу клинических исследований. То есть за эти годы, начиная с 1995 года,
мы проводили исследования и в России, и в других странах. И каждый год у нас публикуются статьи, каждый год практически защищаются диссертации, не одна диссертация. То есть вы видите, что это ведущие научные учреждения, как наших крупных городов, так и других стран. В свое время была опубликована книжка доктором Яковлевой «Метод гормонотерапии медицины», где она дала обзор. И каждый год у нас выходят обзоры статьи, опубликованные не каждый год, каждые 10 лет, за последние 10 лет. Так что их можно найти в публикациях. Значит, ну, естественно, возникает вопрос у любого клинициста. Насколько вот результаты вот этого анализа коррелируют с результатами анализа стандартными классическими методами. Значит, ну, было, таких исследований было очень много. Ну, в частности, профессор Туманова провела большое очень исследование, 542 человека, и там сопоставлялись методы, результаты ГРВ-анализа с всеми возможными методами анализа, потому что это проводилось в Большом научно-медицинском центре, где имеются практически любые методы анализа. Но был сделан вывод, что метод ГРВ выявляет этиопатогенетические звенья расстройства вегетофизиологических функций организма. И корреляции между методом ГРВ и другими методами – это порядка от 80 до 95%. Ну, мы говорим, что примерно 80% по различным патологиям. Хотя есть, конечно, особенности, есть нюансы, то есть 100% мы никогда не достигаем. В основе анализа у нас лежит так называемые 4 столпа ГРВ электрографии. Значит, первое здесь всего – это эндокринная система. Это как бы система, которая действительно очень сильно влияет на состояние здоровья, которая сильно флуктуирует у людей. И особенно в наше время это очень важно. Это желудочно-кишечный тракт. Это симпатико-парасимпатическая система. И это уровень стресса. То есть, ну, вы сразу скажете, а где здесь иммунная система, где остальные системы? Это все тоже есть. И вот у меня в книгах, в наших методиках все это расписывается детально, подробно. И мы показываем, что вот именно вот эти базовые системы, они во многом определяют здоровье человека. Понятно, что существуют генетические заболевания, понятно, что существуют какие-то заболевания, связанные с воздействием среды, но вот пример последних вот этих коронавирусных всех инфекций говорит о том, что когда у человека вот эти системы находятся в активированном состоянии, тогда он практически защищен от всяких вирусов. Когда эти системы страдают, тогда человек сам, естественно, доступен любому воздействию. Значит, очень важный момент – это мониторинг состояния, то есть слежение за изменением состояния под воздействием каких-то методов лечения, коррекции, процедур и так далее. Ну и было показано, что это очень чувствительный метод. Ну, в частности, например, вот пример такой, это в медицинской академии проводили большое исследование по выявлению реакции человека на абдоминальную хирургическую операцию. Ну и вот этот график представляет свои изменения энергетики. Это вот до операции, это сразу после операции. Вы видите, что параметры резко увеличились. Ну и потом, день за днем, они потихоньку снижаются до предыдущего уровня или до какого-то уровня. То есть это в течение происходит нескольких дней. Ну, на самом деле, недели. И вот это нормальная реакция, которую мы называем операционный стресс. То есть организм должен среагировать на любую травму, на любой стресс, а тем более на хирургическую операцию, активизации своих энергетических ресурсов. Тогда происходит действительно процесс нормальной реабилитации, и человек выздоравливает и возвращается к нормальной жизни. В том случае, когда этого не происходит, как мы видим на этих графиках, тут как бы энергия либо остается постоянной после операции, либо падает. Это очень печальная ситуация. Все эти 13 человек имели очень тяжелый постоперационный период, но из них 8 человек просто скончалось.
Так что действительно ситуация очень серьезная. Значит, такие исследования подобного рода, клинические большие исследования, проводились в многих областях. И в исследовании бронхиальной астмы, и сердечно-сосудистых заболеваний, легочных заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний. Ну и, естественно, наиболее яркие такие вещи – это онкология. С онкологией идет работа, начиная с 97 года, или с 98 года. Она проводится в разных центрах и в Санкт-Петербурге, в различных университетах, и в Москве, и в Грузии, в онкологическом центре Грузии, и в Соединенных Штатах. Ну и было четко показано, что можно выявлять статистическую разницу между здоровыми людьми и онкологическими больными. Ну вот этот график, он показывает, вот эта вот статистическая группа практически здоровых женщин, это, значит, те же женщины, вот это вот, имеющие онкологию молочной железы. И видите, вот у них резкое отличие по параметрам. Значит, опять-таки, это связано совершенно нам понятно, потому что любое заболевание, любое воспаление – это подъем энергетики организма. Мы поднимаем нашу температуру, мы поднимаем кровяное давление, у нас идет выброс различных частиц, это все требует энергии. Поэтому вот оно и видно. Это онкология, это колоссальная энергетическая затрата со стороны организма. Значит, второй вот столбик – это те же женщины, но после операции. И опять-таки вы видите, что у них произошел подъем энергетики, что является благоприятным моментом. Значит, таких работ было много проведено. Но очень мощная работа была проведена под руководством доктора Яковлевой в Московском медицинском университете. Эти данные опубликованы, их достаточно много. Значит, обследовалась большая группа пациентов с онкологией желудочно-кишечного тракта. И выделялись не только онкологические заболевания, но и полипы, так называемые, то есть не онкологические воспаления. Ну и вот проводилось измерение пациентов и с контрольной группой, естественно. Мерились пальчики рук, и на основании вот этих картин пальцев рук рассчитывались целая группа, большая группа параметров. Значит, ну вот видите, здесь этих параметров, значит, это около десятка. Значит, на основании этих параметров делались так называемые нейросети, которые позволяли уже делать определенные заключения. Ну и вот было показано, что этим методом можно давать чувствительность от 75 до 80%, ну и специфичность где-то около 70%. И мы понимаем, что для неинвазивной диагностики кишечника это очень высокие цифры. Дело в том, что да, существует колоноскопия. Это наиболее точный, объективный метод. Но, во-первых, это метод сложный, он требует анестезии. Он требует специальной подготовки, он, ну, не дешевый, скажем так. И, понятно, просто так никто на колоноскопию не пойдет. Совершенно очевидно. Метод ГРВ – это метод, который требует примерно нескольких минут съемки. Потом вот с использованием нейросетей – это еще там несколько минут обработки этих данных. И машина делает заключение. Либо все нормально, все хорошо, либо рекомендуется пройти колоноскопию. И тогда человек направляет на колоноскопию, и вот тогда уже можно выявить, то ли это полипы, то ли это онкология, и посмотреть, насколько это действительно существенно. А все это основано на статистике. Вот эта статистика на уровне 20 тысяч человек. В настоящее время мы имеем более миллиона изменений в нашей базе данных. Дело в том, что вся современная обработка информации, анализ, база данных, все это хранится в интернете. И мы используем очень мощный сервер, очень сильно защищенный, хорошо защищенный, который, ну, многоуровневая система защиты. Это оригинальная разработка, у нас она опубликована в статьях. И это позволяет делать эту базу данных абсолютно безопасной. То есть, если хакеры могут добраться до нижнего уровня,
эндокринной системы. То есть, ну, заблокировать, скажем, работу на некое время, хотя это легко восстанавливается, то им уже невозможно добраться до базы данных. И поэтому база данных абсолютно безопасна, она уже, система работает уже вот с 2014 года, то есть, ну, скоро 10 лет, пока 8 еще. Вот, и еще у нас не было ни одного случая раскрытия этих данных. Поэтому вот эта статистика, на которой мы основаны, она основана на том, что мы определяем зону, как бы центральную зону, то есть отклонение 25% от медианы, и боковые зоны отклонения 75%. Это позволяет нам выявить зону, оптимальную зону параметров, и для каждого параметра есть оптимальная зона. Ну и понятно, что все заболевания, они ложатся куда-то вот на края этого распределения. Это, так что это показывает, что методом нейросетей можно действительно очень давать детальную диагностику. Этот метод сейчас используется у нас в России, и в Индии была недавно такая работа очень интересная по диагностике диабета с очень высокой точностью. Так что в медицине это метод интегративной медицины и превентивной медицины, что очень важно. То есть он позволяет давать прогностику состояния до развития какой-то симптоматики. Ну, следующая область – психология. Опубликовано много работ психологической, по психологии, тоже самыми разными авторами, с большим количеством наблюдений, то есть сотни людей. Здесь ведь идет хорошая корреляция между параметрами ГРВ и различными психологическими параметрами. Значит, можно мерить как бы динамику изменений. То есть была большая серия работ сделана по школьникам, и показано, как можно, во-первых, исследовано их состояние, показано, что оно, в общем, достаточно плохое. То есть практическая норма – это меньше половины. А зона риска – это 17%. И это еще, кстати, лучше, чем в других во многих странах, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Ну и показано, что использование методов, скажем, ментального тренинга позволяет существенно улучшить показатели обучения. Ну и это сейчас действительно необходимые методы, которые надо применять при работе с детьми. Ну вот сейчас эти вот картинки до и после ментального тренинга. Видите? Совершенно однозначно. Это вот картинки влияния физических упражнений. И тут, что очень важно, что с физическими упражнениями надо быть аккуратным. Для кого-то это очень позитивно, вот мы видим в этом случае, а для кого-то это может быть негативно. То есть тут надо просто под себя подобрать, или чтобы кто-то подобрал оптимальный уровень физических упражнений. Понятно, пилатес, он полезен всем, а, скажем, поднятие тяжестей, силовые тренировки, к этому надо относиться очень-очень аккуратно. Тут можно просто подорвать свое здоровье на долгие, потом на десятилетия. Значит, интересно влияние межличностных отношений. То есть, видите, вот это как бы взаимодействие двух людей, какое-то самое, так сказать, простое, и четко видно, как один человек влияет на другого, пожалуйста. То есть, в принципе, исходное не такое уж плохое энергетическое состояние было доведено до уровня стресса. Ну и мы представляем, что это действительно происходит. При этом люди могут даже не разговаривать друг с другом, они могут просто находиться рядом в одной комнате. Это положительная динамика тоже, и положительная динамика очень хорошо сказывается на детях, то есть дети очень быстро реагируют, и это все измеряется, это очень красиво видно, как и на картинках, и на параметрах, так что это, так сказать, очень интересный метод. Ну, интересные методики, можно исследовать влияние, реакцию слушателей на лекционный процесс. Значит, у нас есть специальный датчик, о котором я еще скажу несколько пару слов. И этот датчик позволяет поставить его в аудитории и смотреть, как слушатели реагируют на лекционный процесс. Очень интересное явление такое. Значит, ну и в целом, как бы по разным данным, корреляция с данными психологических тестов – это где-то порядка 0,7-0,8. То есть это действительно очень хорошая
корреляция. И много статей опубликовано и на английском языке. В частности, был большой цикл работ университета Лондона сделан. Ну и на русском языке. Все эти статьи, они доступны, их можно все найти. Но, значит, BioWell – это не только анализ, это и коррекция состояния. Мы меряем энергетическое поле. Значит, из этой картинки, на самом деле это не картинка, это частоты. То есть мы меряем индивидуальные частоты организма. Мы трансформируем все эти частоты в музыку, очень специальную музыку. Эту музыку мы подаем на приборчик, называется он биокор. Этот прибор генерирует КВЧ-излучение, крайне высокочастотное. Это те частоты, которые были разработаны под руководством академика Николая Ивановича Девяткова еще в конце 80-х, начале 90-х годов, и было показано, что они очень хорошо влияют на организм, на клеточном уровне, и позволяют сделать действительно очень хорошие коррекции состояния. Значит, мы подаем эти частоты и музыку на специальные наушники с электродом специальным, и дальше происходит трансформация состояния. То есть вот этот вот метод, он очень хорошо работает и очень хорошо влияет на состояние. Значит, приборы эти выпускаются нами, они очень популярны в мире. Значит, у людей проходит стресс, беспокойство, нормализуется сон, нормализуется аппетит. И вот 10 минут применения каждый вечер они дают действительно великолепный результат. И потом человек может подкорректировать свое состояние, свое поле. Он может, естественно, записать новую программу, новые частоты, и, так сказать, это будет еще более позитивно на него влиять. То есть методика получила очень хорошее распространение. Значит, это выпускается в таком виде. Все это доступно, все это популярно, и все это действительно очень хорошо идет в мире. Значит, в спорте. Много лет я работаю в НИИ физической культуры в Санкт-Петербурге. Это у нас есть два в России научно-исследовательские института, которые занимаются вопросами спорта на высшем уровне. Это Санкт-Петербургский, Московский научно-исследовательский институт физической культуры. И мы в основном работаем с спортсменами-инвалидами, то есть с паралимпийским спортом. И мы отслеживаем состояние паралимпийцев. Значит, при этом широко используется прибор наш BioWell. Этот прибор сертифицирован как прибор для спорта. Он в реестре приборов Министерства спорта. И он используется широко, в том числе и на Олимпиаде в Сочи, на всех практических командах. Мне была вручена вот такая награда за подпись Владимира Владимировича Путина за создание этих методик. Значит, мы имеем возможность исследовать высочайший уровень спортсменов, то есть олимпийских, паралимпийских чемпионов. Мы имеем возможность следить за их состоянием во время тренировочного процесса, во время соревнований. Значит, у нас имеется большой набор параметров. И показано, что эти параметры хорошо коррелируют с уровнем соревновательной готовности. Ну вот, если посмотреть на этот график, то красные точечки – это комплекс параметров олимпийских, паралимпийских чемпионов, видите, так сказать, высший уровень. Зеленые точки – это параметры спортсменов высокого класса, мастера спорта, международный спорт, то есть они могут быть чемпионами в какой-то момент. Ну и синие точки – это начинающие спортсмены в разной степени. То есть просто измеряя состояние человека, а этот метод, он, это метод экспресс-диагностики, мы можем мерить просто по двум пальчикам, процесс измерения занимает порядка двух, ну, трех секунд, ну, пяти секунд, и мы получаем такие данные. Данные тут же идут в базу данных, то есть их может посмотреть тренер, их может посмотреть спортсмен, и компьютер рисует уже динамику изменения состояния во времени, день за днем, там, утром, вечером, ну и учитывая процесс циркадного ритма, циркадных ритмов, месячных ритмов, тренер может, глядя на эти данные, коррелировать
характер тренировочного процесса. Ну, понятно, что эта же методика, она применима для любого человека. То есть не обязательно быть олимпийским спортсменом, чтобы следить за своим состоянием. Если вы занимаетесь просто физической культурой, спортом, если вы хотите понимать, насколько те или иные нагрузки адекватны вашему организму в тот или иной момент, вот это самая оптимальная методика. И следующее – это исследование процессов сознания. Это тоже, как я отметил, моя любимая тема. И здесь все-таки я хочу показать еще один небольшой отрывочек. Can humans find a time when they will allow space for what they don't believe is possible? For 300 years, science has asked the question, is there a field of energy that connects everything? Where do our thoughts go when we die? Someday, there will be inventions in physics, and when they do, you will see that consciousness is energy. What human beings think collectively can be measured. When hundreds of thousands of molecules, they could exchange vibrations all over and around the field. This is chemistry, but it's a kind of dancing chemistry. In consciousness, we can communicate and perceive anywhere throughout the entire universe. Energy increases dramatically. Distance does not matter. The field is the origin of everything. What is a thought? Thought is a particle of light. We can measure it. Our thoughts are broadcast to the field. What happens in one part of the field influences other parts of the field in the same instant. And this is deep, profound. Ну вот это такой маленький клип, который говорит о том, как мы участвуем в этих исследованиях сознания в мире. И наша основная парадигма основана на том, что мы принимаем понятие тройственной сущности человека. То есть это наше физическое тело, наш носитель, это наш мозг и это наша душа, наше сознание. То есть для нас сознание – это не просто продукт мозга, а это гораздо более комплексная вещь, которая включает целый ряд более серьезных вещей. Ну и основные области исследования – это ментальное влияние на физические датчики, ментальное влияние на воду, влияние людей друг на друга, телепатия, прямое видение, ментальный тренинг, посмертные процессы. То есть это вот действительно большой круг таких явлений. Значит, при этом всегда возникает вопрос, когда мы говорим о сознании. А в чем отличается сознание человека от сознания собаки или кошки? Надо дать определение, тогда мы можем понимать, о чем мы разговариваем. Поэтому вот у меня в книжках введено понятие уровней сознания. Значит, и под сознанием я понимаю возможность какого-то организма, ну, я рассматриваю биологические организмы, активно реагировать на изменения окружающей среды. То есть камень, он будет нагреваться и просто треснет, и он никуда не уползет. А вот биологический объект, он будет менять свое состояние. И поэтому, с этой точки зрения, вот этот уровень примитивного базового сознания, он есть у всех биологических объектов, начиная с клетки. И начиная с клетки, любой клетки нашего организма. Мы знаем целый ряд, скажем так, существ, которые меняют свое состояние. Они могут существовать в виде отдельных клеток, либо могут собираться в конгломераты клеток, некие организмы при изменении условий внешней среды. Ну, и это действительно такой существенный интересный момент. Следующий момент – это уровень неких животных. Животных, которые не только
реагируют на изменения среды, но и могут как-то предсказывать и изменять свое состояние в зависимости от предвидения того, что может произойти. Ну и это действительно относится ко всем практически животным уже достаточно высокого любого уровня. Следующий уровень – это, конечно, человек. Человек принципиально отличается от всех, потому что мы можем не только предсказывать свое поведение, не только его планировать, но и мы можем передавать свои знания в большом объеме друг от друга и передавать его от одного поколения к другому поколению и накапливать эти знания. То, чего, естественно, ни одно животное никак делать не может. Следующий уровень – это уровень людей, которые создают новые идеи. Идеи, не связанные напрямую с тем, что существует в данном этапе развития общества. Ну, это художники, это поэты, это ученые, это композиторы. То есть те люди, которые действительно создают новые идеи. Ну, а потом остальные, их последователи, они могут копировать, они могут учиться и продолжать развивать творчество своего мастера. Ну, опять-таки, и в европейской, и в восточной культуре мы знаем таких людей, можно назвать их именами. Следующий уровень – это уровень людей, которые создают великие духовные идеи и умеют их оплодотворять ими мир. И вот таких людей уже миллионы последователей. То есть вот это те люди, которые меняют состояние мира, духовное состояние мира. Ну, я не буду называть, кто такие, вы, так сказать, прекрасно представляете. Но помимо вот такого индивидуального сознания, мы можем говорить о коллективном сознании, сознании групповом, которое присуще и многим животным, и каким-то и растениям, которые взаимодействуют друг с другом. И мы можем говорить о нашем человеческом коллективном сознании. И вот эти все уровни, они взаимодействуют с более высокими уровнями реальности. То есть коллективное сознание, оно присуще именно человеку, потому что именно человек имеет развитое индивидуальное сознание и коллективное сознание. То, чего все-таки практически не имеют животные. То есть мы не можем существовать вне коллектива, люди, которых оставляют на необитаемых островах, как правило, все-таки они сходят с ума через какое-то время. А мы обязательно, нам нужен коллектив, нам нужно общество, в котором мы должны существовать. Но при этом каждый из нас может быть своей индивидуальностью. Ну и вот у нас есть много направлений по исследованию измененных состояний сознания. Они фиксируются на наших изображениях. Мы видим трансформацию этих изображений при переходе в измененное состояние сознания. Значит, и у нас было проведено много экспериментов. Ну, в частности, много экспериментов по телепатии и в разных удаленных регионах Земли, где нет влияния электромагнитных полей. Значит, в телепатии мы всегда использовали метод воздействия друг на друга ментально. То есть не пересылки каких-то изображений, картинок, как это делали американцы, а пересылки эмоций. То есть два человека сидят с аппаратурой, и эта аппаратура их регистрирует в течение определенного времени, и в определенный момент времени один человек посылает эмоциональный посыл к другому человеку. И аппаратура это может зафиксировать. Было обнаружено, что в таких состояниях люди образуют так называемый виртуальный мозг. То есть их мозг двух изолированных людей начинает работать как некая единая сущность. Ну и вот это наблюдается при телепатии, это наблюдается при каких-то глубоких контактах в состоянии любви. Ну и методом ВРВ было показано, что именно в этот момент мы можем сфиксировать очень мощный энергетический выплеск, который вот так идет. То есть это состояние, которое фиксируется. Значит, за многие годы мне пришлось видеть очень много выдающихся людей. Людей, которые действительно могут делать чудеса, которые действительно являются настоящими целителями и имеют колоссальную практику последователей в этих разных странах. И мы проводили много исследований. Ну, в частности, вот это измерение динамического сигнала от воды. У нас есть специальный датчик, водяной датчик, который позволяет измерять энергию свечения воды.
Мы это делаем во времени, и вот получается некий такой динамический сигнал. Потом мы просим кого-то со стороны воздействовать на вот эту вот пробирочку с водой. И человек посылает ментальный импульс. Он может его послать там, с 3 метров, может послать его с 3 километров, с 1000 километров. Это не играет уже такой роли. И вот мы видим изменение сигнала. То есть до и после. Мы можем видеть и позитивное влияние, и негативное влияние. Были проведены интересные очень эксперименты. Есть такая замечательная женщина, Лин Мактагет. Она живет в Лондоне. Она сама журналист, но занимается исследованием процессов сознания. И вот она организует по интернету большую группу людей, там, 1000 человек в разных странах, которые в определенный момент времени посылают свой энергетический посыл на какой-то прибор, в какую-то лабораторию. Ну, в частности, вот они показывают картинку в нашей лаборатории, и они посылают свой такой ментальный посыл все вместе. И вот как бы, состояние до и после. То есть мы проводили с Линмактагет много экспериментов совместно, и практически во всех случаях мы видели вот такое вот воздействие, видели процесс действительно ментального воздействия. Причем при этом многие люди переходят в так называемое измененное состояние сознания. Ну, это, прежде всего, глубокая медитация. Это то состояние, в которое переходят целители в процессе воздействия, если они настоящие целители. Показано, что в это состояние переходят мамочки, когда они находятся в состоянии грудного вскармливания. Ну и целый ряд других состояний. Ну, я уже не говорю про то, что психоделики различные, различные препараты, они тоже могут перевести человека в это измененное состояние сознания. И вот эти состояния методом ГРВ хорошо регистрируются, имеем четкие паттерны, и у нас было очень много работ, которые, ну и эти работы идут, которые позволяют выявлять эти состояния. Следующее направление очень интересное – это исследование энергии пространства. У нас есть датчик, значит, он работает вместе с прибором BioWell. Ну и вот его американцы назвали спутник, поэтому он так и называется, как спутник. Он выпускается, очень симпатичный датчик, и он позволяет исследовать среду, то есть состояние среды. Значит, он позволяет выявлять какие-то природные явления. Вот в частности, было в Новосибирске полное солнечное затмение в 2008 году. Мы вместе с Академией наук проводили исследования. И вот затмение, оно идет такой полосой полное. И в этой вот полосе стояло 6 различных приборов. То есть разные люди в разных местах в Сибири, они измеряли энергетику пространства нашим датчиком до и после солнечного затмения. Ну вот вы видите, значит, до затмения сигнал менялся очень сильно. После затмения он был практически стабильным. И это было на всех 6 приборах. Значит, потом эти приборы, вернее, аналогичные исследования были проведены в 2017 году в Соединенных Штатах Америки, и тоже было показано аналогичные эффекты. То есть, действительно, прибор реагирует на солнечные затмения, на лунные затмения, на состояние атмосферы, и это очень четко такой чувствительный прибор. Еще очень интересные были исследования, проведены на Соловецких островах, где имеются кельтские лабиринты, и было показано, что мы можем измерять сигнал внутри и вне кельтских этих лабиринтов, и у нас получается четкая разница. А, значит, в Венесуэле, Колумбии, Мексике, Перу, в Европе, Азии, то есть огромное количество исследований. И вот сейчас недавно у меня в издательстве «Стигмалион» вышла новая книжка «Путешествие по миру в поисках энергии». Значит, эта книжка доступна, так что можете ее найти в интернете. «Путешествие по миру в поисках энергии». И она как раз показывает различные, так сказать, вот эти измерения. Причем можно мерить, что интересно, одним и тем же прибором мы меряем и среду, и человека. То есть мы меряем состояние человека до, скажем, какого-то воздействия, ну, там это было особое место, и после. И вот мы четко видим этот эффект.
Значит, в Колумбии нам как-то довелось посетить индейцев Сьерра-Невады. Это горы, где индейцы сохраняют свой образ жизни в течение тысячелетий. Значит, у них им очень повезло, в этих горах нет ни золота, ни руд, поэтому испанцы туда приходили, смотрели, ну и, в общем, не были заинтересованы. Дорога-то очень сложная, то есть только на больших джипах можно как-то с трудом это доехать, поэтому их оставили в покое. Это сейчас автономная зона, и они правительством Колумбии уважаются. Они до сих пор носят свои такие домотканные одежды, которые делают из кактуса. Они знают о наличии цивилизации, они с ней общаются, но им совершенно неинтересно туда спускаться, в эту цивилизацию. И вот мы проводили измерения в этих зонах, в этих индейцев. Во всех местах была очень спокойная энергетика, то есть спокойная, замечательная, ну и действительно там потрясающие места совершенно. И только в одном месте, значит, у них есть такой камень, где их шаманы и взаимодействуют с космосом. И вот именно в этом месте, на этом камне, энергетика очень сильно менялась. То есть вот отойдешь на 10 метров, там все спокойно. А вот именно на этом месте, на этом камне, там кстати, очень мощные изменения энергетики. Значит, очень интересны были данные по шаманам в Перу. Тоже как-то мы там много раз был в Перу. И вот как мы мерили, были во время шаманской церемонии, мерили их. И во время шаманской церемонии в середине сигнал очень сильно изменился. Причем очень своеобразным образом. То есть он был какой-то на каком-то уровне, а потом раз и перескочил совсем другой уровень. И это как бы никак не связано было с изменением атмосферы. Атмосфера была спокойная. Значит, приходили измерять эти круги на полях в Англии. Опять-таки было четко показано разница вне круга и внутри круга. То есть совершенно разные параметры энергетики. Но это говорит о том, что есть действительно какие-то особые зоны, мы их можем назвать геоактивные зоны, они есть как геоположительные, геоотрицательные, и в зависимости от того, в какой зоне ты находишься, сколько времени там находишься, у тебя будет то или иное воздействие. Ну и понятно, что это имеет значение для нашей ежедневной жизни. Ну, в частности, у нас проведены большие работы, опубликованы статьи по влиянию мобильных телефонов. Ну, показано, что, понятно, мы все реагируем по-разному. Не все будут, так сказать, тут же падать в кому от мобильного телефона, иначе бы мир давно весь исчез, а этого не происходит. Но воздействие есть. Поэтому мы рекомендуем пользоваться наушниками, не пользоваться ни в коем случае телефоном в автомобиле, ни в коем случае. Убирать телефон из спальни, а детям давать телефон только с тремя кнопками, с тремя номерами. Мама, папа, дедушка, бабушка, ну, четыре. Вот, ну и быть аккуратным мобильным женщинам. Потому что это действительно очень уязвимая такая часть населения. Много измерений было проведено во время каких-то сессий. Значит, дело в том, что в мире сейчас очень популярно такой коучинг, ментальный коучинг, когда выдающиеся какие-то люди, значит, имеющие свою собственную мощнейшую энергетику, учат, как, так сказать, этим, что это, как это делать, и проводят массовые сеансы. Вот мы проводили неоднократно такие сеансы. Значит, доктор Эрик Перл из Соединенных Штатов, очень известный человек, в том числе в нашей стране, он создал движение Reconnective Healing, исцеление через воссоединение, и у него книжки, в том числе опубликованы в нашей стране. И, значит, вот он было показано, что вот это вот изменение энергетики пространства до начала его семинара, во время подготовки к семинару, а это вот доктор Эрик приходит, начинает свое выступление, и мы видим вот четко совершенно реакцию зала на его выступление. Значит, у нас опубликована книжка на английском языке, которая описывает эти все явления, причем мы
проводили исследования вместе с профессором Гарри Шварцем из университета Аризоны, профессором Уильям Тиллером из Стэнфордского университета, и действительно показаны очень хорошие корреляции наших результатов. Любимая моя еще область – это изменение музыки и как изменение пространства в процессе музыкальных каких-то представлений, особенно высокого класса, так и влияние музыки на людей. Это очень интересное направление, я считаю, надо активно развивать. Ну и, наконец, сейчас мы все перешли на мобильное устройство. Это, так сказать, является уже общим местом для всех. И понятно, что мы тоже используем такие мобильные устройства. То есть у нас сейчас разработан мобильный прибор, который, так сказать, работает, и сейчас мы его начинаем уже активно готовить к выпуску. Ну и, наконец, каждый год в июле у нас проходит Международный научный конгресс «Наука, информация, сознание», который последние два года проходит онлайн. Вот это вот сайт этого конгресса, который вы можете посмотреть. И он достаточно активный. Сейчас я еще раз покажу этот сайт. Вот он. Ну, он, естественно, есть на русском, на английском языке. И когда вы, можно сказать, и тут вот представлена вся информация о выступающих. Ну, и сейчас мы уже начинаем готовить следующий конгресс, который будет в 2022 году. Так что добро пожаловать. Конгресс проходит, как правило, 4-2 дня онлайн-режиме. Но что будет на 2022 году, мы посмотрим. Никто этого не знает. Но будем надеяться, что все будет хорошо, что мы будем здоровы, активны и бодры. И, так сказать, великолепно будем продолжать нашу активную деятельность. Ну, спасибо за внимание. Теперь я готов отвечать на вопросы, если они будут. Так, ну кто-то еще есть? Так, есть ли у нас вопросы? Давайте посмотрим. В чате я вопросов не вижу. Так, есть ли вопросы к спикеру? Пока ничего нету, похоже. Ну, значит, соответственно, я готов всегда ответить на любые вопросы.